в центре Москвы, в пешей доступности от станции метро Полянка, Добрынинская, Третьяковская, Новокузнецкая, Павелецкая, вы можете прийти к нам в гости с 12 часов любого дня до 22. И что здесь происходит, я вам сейчас расскажу. Все начинается с ресепшена, где у нас есть администраторы, которые могут вас и по косметике проконсультировать, и самовывоз вам отдать, который вы, допустим, заранее заказали, и дать попробовать любой из наших препаратов на руку, там, посмотреть текстуру, понюхать. То есть все, что бы вы могли себе создать впечатление о любом нашем средстве, потому что одно дело описание, другое дело попробовать. Вот это можно сделать здесь. Самое интересное то, что есть целый лекционный зал, где у нас проводятся мастер-классы, всякие встречи с интересными людьми, как из области косметологии, так и из других смежных областей, которые, собственно, могут провести здесь какой-нибудь мастер-класс или встречу. Здесь у нас проходят и мастер-классы для профессиональных косметологов, и мастер-классы для обычных людей, которые, допустим, интересуются какой-то темой. На эти мастер-классы можно заранее записаться. И помимо групповых таких мероприятий, которые у нас обычно проводятся в удобное вечернее время, у нас предоставляется возможность проконсультироваться у профессионального косметолога для того, чтобы подобрать себе, например, уход. Косметика подбирается всегда с четким указанием типа кожи, состояния, то есть она решает какие-то разные многопрофильные проблемы, да, или комплексно, или таргетно. И только профессиональный косметолог может идеально подобрать вам, например, уход. Также косметолог может проконсультировать, скорректировать ваш существующий уход, потому что, например, если у вас есть в уходе средства других марок, которые вам хорошо подходят, то зачем дублировать их, например, какой-то другой косметикой? Вы можете ее совмещать. А как совмещаются эти различные ингредиенты и препараты, да, профессиональному косметологу оценить гораздо проще, чем человеку, например, который, в общем, косметологии интересуется только как пользователь. Консультации косметолога, как я говорила, проводятся абсолютно бесплатно. Пройдемте сейчас, посмотрим, что у нас еще тут есть. Образцы продукции вы можете взять, например, любой препарат, нанести его себе на кожу или попросить администратора, чтобы он вам помог. Попробовать текстуру, понюхать, нравится вам, не нравится, допустим, текстура. И потом по записи, по предварительной, вы можете посетить косметолога. Косметолог может провести вам какую-то мини-процедуру, снять макияж, нанести какую-то сыворотку или маску, крем, попробовать, как он будет работать с вашей кожей. Для этого у нас в штате есть профессиональные косметологи. Можно скорректировать уход, подобрать уход, посоветоваться, получить из первых рук совет. И это как раз является одной из важных целей, то есть экспертная поддержка от нас, как от производителя косметики, для простого человека, который хочет попробовать начать, допустим, ею пользоваться. Если вы хотите попробовать нашу продукцию, потестировать ее, взять пробничек, ознакомиться с нашими буклетами, посетить какой-то интересующий вас мастер-класс, возможно, провести какое-то свое мероприятие, мы будем всем вам очень рады. Если вы хотите записаться на бесплатную консультацию косметологу, переходите по ссылке под видео и можете там записаться. Всю интересующую информацию вы можете также найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал YouTube и ждем вас в центре Москвы.